Всем привет, с вами Дис, это 10-я серия летсплея по Майнкрафту, насколько я помню. Я продолжаю ходить по аду. Вот, сейчас я какую-то фигню прокапываю. Вот, я вышел уже вниз. Я нечаянно в прошлой серии ударил свинозомби. Надеюсь... Ах вы... Это серьезно. Вы видели, что я сейчас сделал? Я сломал кирку железную. Я даже, во-первых, не смотрел на нее прочность. Во-вторых, я не знал, что она так быстро сломается. Меч-то не так даже не тратится. Охренеть. У меня все еще нет скина, потому что я до сих пор не подрубил интернет. У меня весь этот интернет. Что мне делать без кирки? Тут. А еще есть свинозомби. Ни. Ладно, валим обратно в портал. Придется идти на базу. О, все-таки я задел вас, да? Нефиг прыгать. Рукой будем бить. Что же делаешь? Да ты тоже можешь сверху вверх атаковать, да, охренел? Какой-то ты даже не свинозомби, ты странный тип. Вот у меня уже второй уровень. Раньше был первый. Портал там. Сейчас ударю тебя, и на меня сагрятся все остальные. Поэтому... Шел бы ты. Броня у меня чуть-чуть поломана. Надеюсь, вы меня не видите. Стелсом проходим, парни. Стелсом валим от вас. Стелсом проходим, парни. Не получилось. Мы довольно беспалевные. Да. Ну и что мне делать теперь без кирки? Вот вы мне скажите. Это все вы виноваты. Не знаю почему даже. Так, вон там портал у нас. Песочек-то не падает. И возможно мы так пройдем. Да. Главное сейчас мне не упасть. Я люблю так падать, конечно. И главное, чтобы там газ-то меня не предостерегал. Не... Короче, вы поняли меня. Главное, чтобы там не было газ-то. А то я так хожу себе. Такой, так, надо валить, и там газ. Ах, вот ты где... О, кстати, там столько грибочков, блин. Не взяли бы грибочки мы. Давайте по роже гравием. Ха-х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 а. О, фальшивый смех. Больше у меня нет цепучих материалов, извините, парни. А пока идите ко мне. Я почти дошел. Ничего, хоть адского камня мне достаточно. Это было бы еще хуже, если бы не... А, нет, я бы не смог их добывать, у меня же нет кирки. Мог бы сделать деревянную, но она вряд ли рубит этот дурацкий адский камень. Мне кажется, как с булыжником. Правда, рукой намного быстрее его долбить. Все, стелсом. Ты меня не запалишь. Эту херню починить надо, потому что газ тут все разбомбил. Вообще, горячий парень. Горячий. Че вы думаете, что я картавлю? Нет, вы не думаете. Никто об этом не знает. Ну, я, наверное, по-настоящему не картавлю. Да. Все. Дом, милый дом. Дом. Вот дом. Уже ночь. Поэтому спим. О, неизвестная команда. Ну ладно, смотрите прошлую серию, чтобы понять, о чем я. Хотел вам только что сказать. Тут у нас до сих пор жарятся стейки. Интересно, значит, тут все приостановилось так в мире. Все, целых 16 стейков уже есть еще. 36, 24, 11. Полно у нас еды, честно говоря. Ну и в этой серии я больше не пойду в ад. Я дальше буду добывать что-нибудь.
Так. Острота 1. Прочность 2. Буду ходить за чарными вещами. А что вы думали? Гнилая плоть здесь у нас. Грибы тут, так еще грибы, самородки тут, нафиг нам не нужны. И все, можем отправляться в шахту. Но перед этим я, скорее всего, сейчас проверю вот это. Ни хрена нет. У нас, кстати, дом прямо в Слизнячанке находится. Что очень радует. Ну, правда, всего в одном. Ну ничего. Тут у нас шахта, идем сейчас в нее. Черт. Оп. Цель сейчас добыть алмазы. Было бы хорошо с этой киркой их добыть. Выпал бы по 2 и по 3, наверное, штуки выпадало бы с одного блока руды. И вот так вот будем все делать. Цель вообще всей игры добыть много алмазов, хотя бы стак. Потом, конечно же, убить дракона. Но... с этим я не буду торопиться. Так. 8 уровень. Черт. О, видите, 2 штуки выпало. И сейчас тоже. В общем, я сделаю вот так. Черт. Буду путаться, конечно, но ничего. Копаем вперед. Больше тут делать нечего. Очень скучно, конечно. Ну что я могу поделать? Все летсплеи проходят через это. Все копают. Хоть в... о, редстоун. Хоть в террарии, хоть в Майнкрафте, хоть еще в чем-нибудь. Вот сейчас полно факелов уже стало. Ставим один из них. Ломаем редстоун. Падает его куча. Главное не копать под себя. Тут лава может быть. Хотя я ее не слышу. Отлично. У нас уже 43 редстоуна с одной пачки. И это хорошо. Ну а мы пока идем дальше. Честно, я хочу спать сейчас. Потому что проснулся рано. Пошел на классный час, потом на линейку. А тут странные звуки. Так я подозреваю, что это у нас пещера. Нет, я ошибся. И замрут, отлично. Интересно, из него выпадет несколько. Два изумруда! Класс! В 2 раза больше изумрудов из одного этого выпало. Блок руды. Из железа ничего не выпадет, я уверен. Все-таки сломаю. Сейчас, наверное, завернем налево. Где-то вот сейчас. Да. Тут у нас такая большая прям система пещер. Прикольно. И довольно темно сейчас. Тут железка. И больше ничего. Ладно, пойдем вот так вот. И прям до конца дойдем, наверное. Интересно, а опыта больше падает с руды?
Или столько же. Интересно, да? Мне кажется, столько же. Хоть я и не уверен. Снова изумруд, нам везет. Выпала одна штука, правда, но ничего. Изумруд довольно ценная вещь, ценный ресурс. Который может понадобиться во многих ситуациях. И больше я ничего не могу сказать, потому что... Ну, что тут комментировать? Как я копаю камень, это так весело как будто. Я понимаю, что скучно. Но вырезать я ничего не буду, потому что это летсплей. А не какой-нибудь там монтажик. Раньше я так, кстати, и сделал, монтировал летсплей. Безудержная тишина. Безудержное молчание. Недавно подключил интернет на телефоне. Плачу 6 рублей 95 копеек в день. В принципе, дешево. Но, хотя для кого как. И все. Больше сказать мне нечего. Копаем вот так вот вперед. Тут железка. Скоро будет новая серия Доты. Где-то у меня 7 частей еще записано. Просто мне лень рендерить, потому что я в этом вроде говорил, писал в Твиттере. Или говорил в одном из летсплеев. В общем, у меня лицензия на медиа энкодер слетела. Ну, честно, я, конечно, ничего не покупал. Я сразу скачал Adobe Media Creative Suite C6. И там слетел медиа энкодер. У меня это не первый раз, где-то уже раз 4 всего так было. И очень тупо этот медиа энкодер позволял мне делать очереди из всяких рендеров. В общем, прикольно было. Берешь так, смонтировал один обзор модов. Потом начал монтировать второй. Ну, перед этим, конечно, в очередь добавил предыдущий. Вот, смонтировал все это. Потом поставил рендериться. Рендерить. Пошел пить чай. Потом идешь, и у тебя все 5 обзоров модов, допустим. Ну ладно, не обзоров модов. Летсплеев, доты, потому что дольше всего рендерится. Уже срендерены. И все. И ты можешь спокойно загружать и не утруднять, не усложнять себе жизнь, ожидая еще летсплей. Много угля, конечно, попадается на таких низких уровнях. Что очень даже хорошо. Угля у меня сейчас всего 28, конечно, но ничего. Хорошая кирка. И лопата хорошая. Ну и меч, естественно, но меч самый дубовый здесь. Кирка и то с прочностью, наверное... Нет, не-не-не, меч лучше. Вот, смотрите. Кирка, меч, лопата, крутая кирка. Вот так вот идет. Хотя, больше всего опыта я угрохал на лопату. Но она оказалась нубовой. Кстати, ни одного алмаза мы еще не нашли. Это сильно печалит меня. Так. Копаем вот сюда. Скоро алмазная кирка даже у нас кончится. Но у меня, в принципе, все равно, потому что 3 алмаза. А с этой киркой мы все-таки добыли более намного. Намного более. Более. Намного больше. Все. И отстаньте от меня. Кстати, я слышу лаву. Это плохой знак. У нас 10 уровень, а был только первый. В аду мы заработали 1 уровень. На сью на зомбях. А сейчас вот на рудах заработали еще 8. Там ничего нет, странно. И, наверное, все. Надо выбираться отсюда. Хотя нет, покопаем еще вот так вот. Ну и потом точно выбираться.
Вот так. Железо у нас уже целых 18 штук. Золото тоже такое неплохое количество. Что не может не радовать. Кстати, алмазик. Одна штука. Ачивка, две штуки. Одна штука. Не знаю сколько. В общем, из 6 выпало 8, по-моему. Отлично. Вполне неплохо. Тара-таратан, тара-таратара-тара-тара-та-там. Па-па-пум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 . Ладно, возвращаемся обратно. О, сколько мы редстоуна, конечно, тут надыбали. Это... Да, это да. Было бы неплохо, кстати, найти такую вот инструкцию, что дает каждое... зачарование. Прям... Насколько бы там процент увеличивается, скорость. Наверное, на Википедии такое есть, на Minecraft Wiki. Нужно будет поискать. А пока я хочу домой. Вот так. Ух ты. Вот так выкопаем. Много мы здесь прокопали. Смотрите, какая такая вот большая система пещер. А точнее шахт, наверное. Но рассона, конечно, тут полно. И вылезает из него полно пыли. И у нас инвентарь уже почти полон. Вот. Хотя был совершенно пуст. Вот так, прокопаемся, прямо все срежем. Так, нужно искать выход сейчас. Кстати, вы заметили, я вообще лаву сейчас не встречал и в прошлой, и позапрошлых сериях. Лава только там, куда я сейчас смотрю. Вот. Ну, сейчас, конечно, я ее слышал, но все равно. Не факт. Так. Нужно вот сюда копать. Нет, не сюда, а вот сюда. Я, честно говоря, сейчас вот копаю, я сам хочу зевать. Не то, что вы, наверное, тем более сейчас будете зевать. Не пишите в комментариях, что так нудно. Это обычный летсплей, чё? Вижу, то и говорю. Оп. Выход будет где-то рядом. Выход будет где-то рядом. Парам-пам-пар-пам-пам. Выход будет где-то рядом. Пам-пам-пам-пам. Выход будет где-то рядом. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Выход будет где-то рядом. Пам-парам-парам-парам-пам-пам. Пум-п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 ум
Так. Где мы? Вот, мы в этом живем, значит, нужно идти, наверное, туда. Так, нужно идти вон туда. Врубаем кейв. И смотрим, что нужно идти вон... Да, все, мы уже вышли. Никак не могу запомнить, где выход. На самом деле он вот здесь. Вот там он. Вон там он был. На улице, как всегда, ночь. Я, как всегда, вовремя. Ничего, зато 8 алмазов добыли. Отлично. Возможно, даже из 5 штук. Сейчас давай попробуем посчитать по памяти. Раз, два, три, четыре, пять. По-моему, я только 5 нашел там. У себя в памяти. Возможно, вы знаете больше.
Ну, естественно, вы знаете больше. Вы это на записи смотрите. Вы можете в любой момент перемотать и посчитать. Конечно. О-о-о, Эндернюша, Эндерняша, Эндер... Ладно. Пошел ты. Крипер. Да дурак. Чё ты, боишься что ли? У тебя в два раза больше хп, чем у меня. У тебя 40 хп, 20 сердечек, у меня всего 10. Хотя нет, у меня броня, у меня значит это... 50 хп. Паучок, привет. И пока. Лут. Выкинем одну стрелу. Ну и все, ничего больше не будем выкидывать. О, эндер-жемчужина, отлично. Выкинем порох. Пригодится еще. Будем эндер-глаза еще пилить. Так, булыжник складываем вот сюда. У нас уже столько булыжника. Новый сундук нужно будет делать, ведь еще для булыжника только лишь. Угу. Доски пополнить нужно. Вот так. А, дальше. Уголь пополним так. И положим еще вот сюда. Положим ведь, да? Добавим в сундук. Добавим в большой сундук. Энное количество угля, потому что я не помню, сколько там было. А вот редстоуна у нас реально до хрена. Изумрудов и алмазов одинаковое количество. Тоже прикольно. Так, лазурит. Лазурит, лазурит. Вот тут. Ниточки. Не было для них места, походу. Да чё ты там мне? Привет, паук. Привет, паук. Так и не успел прощаться. Так, в воде ничего нет? Отлично. Ещё 16, даже 17 тростника. Посадим лучше. У меня уже 17 уровень, вы представляете, это как классно. Можно зачаровать топор. Да. А чё такого? Буду пользоваться только крутым топором, и дерево буду рубить за мгновение. Ну и доски еще и много еще другого чего. А бывает топорная силка тач? Чтобы, допустим, книжные полки разбивать и книжные полки доставать. Было бы прикольно. А, нити еще вот здесь будут. Дальше. Гравий тут. Полно у нас даже гравия. Даже гравия полно. Так, кости у нас были тут, по-моему. Были. Ну, были, да. Были, да, наверное, всплыли. Да, 27 факелов. Так. Жареную свинину пополним наш запас. Вот так. Жемчуг эндера. Не сюда, конечно. А вот сюда здесь у нас все дурацкие материалы и хлам вообще. Ну давай. Мне нужен опыт с тебя. Пока ты не умер еще. Ну и все. Наверное, на этом я заканчиваю эту серию. Всем спасибо за внимание, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Обязательно комментируйте видео. Тут у меня до сих пор же будет жариться железо. Я сейчас поставлю здесь золотую руду. На этом я с вами прощаюсь.
Всем спасибо за внимание. Пока.